Я работал с начальником укрепленного района, адмиралом Кетлинским, в качестве механика корабля крейсера «Аскольд», когда он был его командиром, затем в должности председателя Центромура и далее членом совещания при нем до его загадочного убийства в конце января 1918 года. Несмотря на такой служебный контакт, истинного отношения Кетлинского к советской власти я не знаю. Сам он формулировал его так: «Мы здесь на краю и ничего толком не знаем. Подождем, чья возьмет, а пока мы будем выполнять директивы руководства сегодняшнего дня». И в другой раз: «Я ведь военный работник, а не политический деятель, который может вести политику за или против правительства. Я всегда за». Если говорить о моем личном убеждении, то она заключается в сохранении во что бы то ни стало боеспособности флота для России, которую надо защищать от немцев до победного конца в полном единении с союзниками. На делегатском съезде Мурманской флотилии в декабре ведущую роль играл Самохин и товарищи Павлов, Андреев, Князев и другие. О политическом моменте докладывал Самохин. Он говорил, что при взятии власти в народные руки необходимо объединиться всем вокруг своих советов, как это сделано в Питере. Свое выступление Самохин закончил призывом: «Вся власть советом». В состав Центромура вошли лучшие большевистски настроенные моряки флотилии. Многие из них уже в следующем году были видными комиссарами на Балтике, Волге-Каспии и в центре. Почти все они участвовали на фронтах гражданской войны. Многие из центромуровцев первых созывов пошли туда добровольно и сложили там свои головы, жизни своей защитив советскую власть. В Астрахани имеется памятник военным морякам Волжско-Каспийской флотилии, погибших на фронтах в борьбе с контрреволюцией. Среди них имеются многие аскольдовцы и другие моряки Мурманской флотилии и его Центрального комитета, направленные в Волжско-Каспийской флотилии после Мурманской. Теперь относительно обстановки на флотилии. С начала 1918 года прошла массовая демобилизация. Флотилия пережила полное опустошение. Затем роспуск флота и прием случайных людей со стороны привели к тому, что в Центромур попали делегаты, часть которых поддалась пропаганде о немецко-финской опасности. Последняя группа, хотя и не была противником советской власти, но бессознательно шла по пути с теми, кто готовил интервенцию. После создания Народной коллегии события быстро развивались. Было заключено так называемое словесное соглашение с англо-французами, создан союзный военный совет и произведена первая высадка английского десанта. Союзный военный совет вел широкую пропаганду среди населения края, предупреждая организации нападения финнов под руководством немцев на железную дорогу и Мурманск. Таким запугиванием был открыт путь для захвата военного руководства так называемыми союзниками в идеологическом единении с местной властью. Это был первый этап подготовки свержения советской власти на Мурмане. Во втором этапе контрреволюционного заговора городской совдеп был реорганизован в краевой. И в третьем этапе произведено отторжение Мурманского края от Советской России.